Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. У нас будет сегодня режим, пацаны будут прятать бомбу, я должен ее найти и взорвать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы можем начинать. Первый пошел. Спасибо. Мне даже ничего делать не надо. Отлично. Хорошо, начинаем. Так, я могу вид поменять вроде бы. Во, такой вид поприкольнее будет. Давайте я сначала возьму этого щупальнога. Эй! Уже начинаете мочить меня? Да, все будет. Все, понял, я понял. А, я под этой же могу бегать. Это ж под чужого сделали специально, чтобы я под решеткой бегал. А я бегаю, бегаю. Ха-ха-ха, вот я, пацаны. Страшно. Вырубай. А, согласен. Ой, тут вода есть, офигеть. Так, я должен выследить и вселиться в какого-то челевиздрика. А вы бомбу поставили? Ой. Да. Ой, ой. Да? Так, 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 я вижу, наблюдаем. А, я его видел. Где? А! О! А я думал, ты не можешь через решетку мочить. Нет. Вот так, значит, да? Я с ними хотел погуляться, повеселиться. Нет. Со мной такие шуточки не прокат. Тебе придется проиграть. Я вижу его. Так, так, так. Бегает, бегает. У тебя папайрус, да? У меня нет. А, ты, я думал, ты за папайруса играешь. Нет. Так, я сейчас должен найти жертву и вселиться. Он тут рядом. Блин, так люблю этот режим. Если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. А я буду пытаться вселяться. Отлично, молодец, я за тебя рады. Я подставляю его специально. Так, я должен, короче, искать бомбу. Пойду я бомбу искать. Так, так, отлично. Бегает, бегает. Ты за дипера играешь? А, капхэт. Согласен. Ах, ты ж лоб увидел. Я знаю, что думал. Помнишь, мы играли, и когда ты вселяешься в человека, ты становишься бессмертным. Но. По сюжету фильма так и есть. Ты бессмертный становишься. Тебя невозможно убить, потому она вам в фильме в космос скинула. Я иду к вам, пацаны, приближаюсь. О, кстати, вот на картинке чужой ходит. А ты понимаешь, мы прочекали твою фишку с вентиляцией, и мы теперь вентиляцию Я вообще подумал. Дай мне бомбу. Ты что делаешь? О, блин, не успел. Просто не успел. Отлично. Мне так нравится этот режим. Я маленький, могу в разные места залазить, а они меня не видят. Так, наверное, в следующий раз мы будем использовать такое, что нельзя все оружие брать. Это сильно имбово. Я вас никого не могу убить теперь. Смеешься, да? Смейся, давай, испорься. Че бы мне? Рядом. Есть, я превратился в личинку и в чужого. Щик. Пацаны, все, я чужой, я ищу бомбу. Иду на базу. А, засранец. Нет, я бегу. Вот бомба. Прощайте. Я ее не взорвал. Бегите быстрее. Я ее активировал, но не взорвал. Тупо все двери закрываем. Он отлично, ждем. На спауне, это наш? Набирай жизни себе. Ага. Ты ее сейчас взорвешь сам, смотри. Это бессмертный. О, я головой нажал кнопку. Где-то рядом. Я слышу. Точнее, я чувствую. Да ты меня слышишь. Не, а я-то чую, чё головной воняет. Так, подожди, это...
Кто это сделал? Ого! Ох, ты мочишь, нормально. Это мстя. А чё ты не заходишь? Ай! Да хватит стрелять сюда, вы меня сейчас убьете. Я на улице не могу зайти вовнутрь, вот чё меня не пускаете? А где бомба? Убили! Где бомба? А я не знаю. А чё, вы не поставили? Нет, я её поставил, меня этот снеговик убил. Красавчики. А бомба стоит, я её ищу. Ищу бомбу. Блин, жлоб ты вонючий. Так, мне так нравится наблюдать за вами. Он рядом. Я нашёл её. Фу ты, вообще не пугай. Кто-то, тебе показали, где бомба? Во, тут такая нычка есть офигенная, вы меня никогда тут не увидите. Так, кто-то сзади, 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 пошли сюда, тут бомба. Ну все, тогда просто засируемся здесь и защищаем. Блин, я не могу выпрыгнуть с этой кабаки. Ха-ха-ха. Сам себя в ловушку загнал, да? Он где-то рядом. Он справа по коридору. Он еще не мутировал, оказывается. Да, че бы и не. Да почему я вселился в челика, но не смог перевоплотиться. Видно, организм конченый у тебя. Отлично. Чёрт. Отлично. Пошла жара, ищу бомбу. Реально вы мне не давали это долго сделать? Вот тут бомба. Я нашел бомбу. Я приближаюсь к ней. А, я горю. Меня захар. Ой, стой, если возьму другой пил, пока потом этот, может у меня бессмертие слетит? Нет, до сих пор бессмертие. А ну пробуй. Да интернет. Это что, у нас кинотеатр говорю. Тут? Да. Иди сюда. Да за что? А бомбу-то я тут не сломали. А где бомба? А нету ее. Затыкали, не в то место. Вы ее под одеялом где-то укрыли. Если хочешь что-то запрятать, надо это прятать на самом видном месте. На видное место, да. Не пропускайте его, не пропускайте. Ах ты что, дай пройти, мне текстуры мешают. Ого. Блин. Так, я чужой, но смертный. Кто-то пошли. Вы можете меня сейчас убить. Очень быстро можете меня убить. Кто-то пошли, я эту бомбу буду иметь. Я теперь должен открыть охоту и должен вас всех убить. Не-не-не-не-не-не-не, у тебя это не получится. С чего вдруг? А потому что мы команда, которая разошлась по углам. Я вижу, Фокси стоит, так. Капхед стоит. Боже, Турзик делает. Так, стреляет. Ты вообще где? Вижу, Фокси бежит с револьвера мочит. Это я, блин. Прощай. Что ты, а, говно! Группа спецназа выдвинулась. Бей его. Прощай, говно. Я тут катушки головой пинаю. Ну все. Так, палим их. Что бить она? Смотрим, где они там ходят. Супер режим активейдер. Ты не сможешь. Смогем. Не. Умеем. Не. Умеем, могем. Тут Орзикул хочет подорвать. Я его сожрал. Кстати, у меня осталось 615 жизней. Вы мне 400 сразу вынесли моментально. Так, а ты где? Я жду тебя. Ну, жди. Мужик. Ау. Подождите, он где-то рядом с вами. Ах ты жлоб! На. Вот так, значит, ты со мной решил шутить? Да. Открой дверь это. Нет. Я в вентиляции. Вот сейчас я на вас повоюю. Давай, испортись. Вентиляция, говоришь?
Кто-то последний я покажу. Да отвали со своими шарами! Так, я другого чужого взял, который на квартофаны садится, когда мочит. Кто-то, иди сюда, я тебе покажу, что Ортик делает. Не надо, спасибо. Он, короче, сам дверь тупо слетел в C4. Как открыть эту дверь? Она не открывается. Вот я включаю, там просто столько щик. Так. Бегает. Вдвоем ищут меня в длинном коридоре белом. Заходите, не сыть, я там вдалеке стою. Давай, иди. Ты, белый коридор. Орзи, ты че? А вы что там делаете без меня? Тоже хочу поржать. Ой, в этой части карты не был. Просто посмотри. Ты где? Давай я тебя найду. Покажу тебе. Не надо, я тебя убить хочу. Не надо меня убивать. Так, везде на картинках чужой на камерах ходит. Это я. Хвостатый. Не надо здесь ходить, это моя территория. Нельзя. Где он был? Короче, в узких туннелях бегал, он меня нашел там. Ты жлоб, это оружие, оно читерское у тебя. Я лидер. С РСМ шарами этими. Извини, обстоятельства. Я понял. Так бывает, что ты два раза попался мне. Димас. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Я тебя убью. Нет. Ай-яй-яй, 16 жизней, вали, Димка. Да где он? Ха-ха-ха, я залез в вентиляцию. Вы друг друга убьете. Так, надо как-то на крысу вылезти, чтобы их убить. Отлично. Так, тихонечко. Так, я еще раз бомбу прячу. Ого, тут мин! О! Вы что, психи, что ли? А ну тэпните мне этот мяк. Ой, сорян. Подождите, а где эти мины были только что? Я же их видел. Так, где-то... Там туалет тупо заминировал. Туалет, да, говоришь? Особенно мужской. Женский такси. Так, чпонькс. Он рядом. Я нашел. Ты меня слышишь сюда? У тебя наушники на все что ли сделаны или чё? А, как бы и нет. Только не взрывай. Вот реально где-то рядом ползает. Такое ощущение, как будто как надо мной. Нифига себе, у вас тут бомба. Где бомба? А, вот вижу, основная бомба лежит. Офигеть. Только попробую пройти. А если эта бомба взорвется, она активирует эти C4? Нет, не активировала. Пожалуйста, калитку, дайте я пройду. Ну блин, ну ты жла. Давайте, взрывайте. Взрывай. Давай, барабан. Вау. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.